Щелковские депутаты провели 25-е заседание Совета. На нем были выделены дополнительные финансовые средства для реализации поступивших в представительный орган власти наказов избирателей. Так, будет приобретена оргтехника для Щелковской детской хореографической школы и концертные костюмы для хорового коллектива «Литвиновские напевы». Также на заседании решались вопросы текущей депутатской деятельности. Был утвержден переход депутата Григора Агихяна из состава комиссии по вопросам муниципальной собственности, землепользования, промышленности, предпринимательства и потребительского рынка в комиссию по вопросам образования и молодежной политики. Вопросы об утверждении базовой ставки и методики определения годовой начальной минимальной цены договора и лота на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета депутаты отправили на доработку. Многие вопросы еще не совсем освещены самой администрацией по организации деятельности данной отрасли. Поэтому вопросы будут заданы, мы получим ответы. И, конечно, мы понимаем, что важность данного решения, поскольку может остановиться вся деятельность торговая, что нельзя допускать. На заседании также более 20 работников предприятий и организаций были награждены грамотами Совета депутатов за добросовестный труд и в связи с юбилейными датами. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.